Она точно, 100%. Да, только ее захлопывать, Саш, пока не надо. А, ну ее, кстати, если она сейчас еще из клетки познакомится, то потом можно, когда на стерилизацию уже будем ловить. Да. Проще будет. Тем более клетка уже не боится, это хорошо. Это хорошо. Но мясо она чувствует. Надо было, конечно, около кастрюльки еще что-нибудь, ну, раскидать чуть-чуть, прям, чтобы, да, чтобы надо, аромат был. Да, надо около кастрюли было, знаешь чего. Но у нас кинуть нечего. Так, вот этот, да? Который рыженький, или второй? Так. Вот это, наверное, порыжей, который ее ловим? Да. Ловим ее, вот этот, который сейчас стоит рядом с матью. Ага. Сейчас, они сейчас это. Сейчас они сейчас зайдут. Мы перекормим килограмм, тогда все будет хорошо, я думаю. Чего, ничего, пусть заходит. Главное, чтобы этот рыжий сейчас зашел. А потом тех выпустим через эту дверь двоих. Все, рыжий сейчас зайдет. А, это тот. Это я имею в виду, Яша, да. Который светлый. А, у него голова в эту пролезает. Вот в чем дело. А, нет, это он в клетку, да, все пролезает. Нет, пока не надо. Потому что этот стоит с лапами. Давайте. Все, держите. Держи. Так, а теперь спокойно. Все, они просто успокоятся. Все, тихо. Давай нашу переноску. Тихо. А, уже защелкнули? Тихо. Я все закрыл. Переноску нашу давай. Все. Все, мой сладкий. Все. Отлично. Все. Тихо.